the first in my life to make me think that we might just go all the way. And I want you to know we're all hanging on. They'll come, yes, they'll try to break us down. Поздравляю вас с рождением вашей семьи. Любить друг друга. Иди, пожалуйста. Оберегать. Все сегодня собирались ради вас, и мы сегодня поднимаем свои бокалы за вас, когда мы смотрим на вас, видим двух совершенно разных людей с двумя разными путями, которые вели в абсолютно разные стороны, и что только не происходило на вашем жизненном пути, чтобы эти дороги никогда не пересеклись. Но сегодня два пути стали одним путем. И мы этому очень рады, когда мы смотрим на вас, видим два сердца, которые сегодня стали одним единым сердцем и бьется в такт со своим будущим это сердце, что нас очень радует. Когда мы смотрим на вас, мы видим две судьбы, которые стали сегодня одной судьбой. И за это мы поднимаем свои бокалы сегодня. За один путь, одно сердце и одну судьбу вместе и навсегда, дорогие друзья. Пьем за вас! Доверяли, с годами верность не теряли, чтоб все радости и печали выделили пополам, чтоб о них не вспоминали. Пусть будет мир под вашей крышей, а в доме счастье и покой, чтоб стук сердец друг друга слышал до самой свадьбы золотой. Чтоб рука в руку по жизни шагали, чтоб ни бури, ни беды вас в пути не пугали. Любите друг друга, как сосуд драгоценный, берегите друг друга, и тогда ваша жизнь, как алмаз заискрится, будет нежность, любовь, и беды не случится. Любите, целуйтесь от зорьки до зорьки, только на свадьбе вам было бы горько. Горько! 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 За доброе сердце, нежные руки и ласковый голос, а также за умение нянчить внучат любимого возраста. Все впереди. Приготовление лучших в мире борщей, пирожков и оладушек. Готовься. Знание сказок на память. Проверим. Ну, помнишь, вроде еще. Зажимление синяков по цветам коленок, это точно. Организацию семейных торжеств по праздникам и добрую улыбку по будням. Спасибо, бабуль. И наши дети. Поздравляем вас с днем свадьбы. Желаем вам жить в добром здравии. Счастья вам, родные. Любви вам красивой, чтобы деточки у вас родились здоровыми и умными. Сынок, помни всегда, что Кристина теперь твоя жена. Люби ее, не обижай.
Помни, она теперь за мужем. А ты муж. Мы вас очень любим. Всего вам доброго, дети. А это тебе, сыночек, чтобы ты помнил, что тебе нужно знать. Девчонки в единственном экземпляре, комплектация голоса, шелковистые, глаза смотрят лишь на нее одну, губы мы это пропустим, фигуры Аполлон нет, ноги ни шагу налево, запрограммированная функция, уход за женой, мы это да, уход за собой, ну вот, вот и с пивом, с друзьями, телевизором, один раз в неделю, от заката до рассвета. Один раз в неделю, запомнили? Выходные туры на рыбалку 1-2 раза в месяц, без жены и детей. Так, ну, бритье часть тела лица, это мы подумаем. В общем, все. Дорогие наши, дети Ивана и Кристина, пусть будет счастлив ваш брак. Пусть будет радостью ваша любовь. Живите дружно и согласно. Нам всегда будет, чтобы счастье было долгим. Поэтому желаем вам счастья только долгого. Любви только яркой, друзей только верных. И так пусть будет счастлив ваш союз. Пусть все мечты и надежды и ожидания этого дня обязательно сбудутся. И пусть сердца навсегда сохранится любовь. За день и читаю клиничный паспорт невесты. Невесты. Ого, интересно. Это как? Ну, компликацию читать не будем, все видите, да? Уход за мужем. Да. Стирка машинная либо ручная? Ручная, да. Очень машинная. Готовка? Ручная, да. Уборка? Да. Дарить любовь? Да. Хорошо, прекрасно. Ну, уход за собой, само собой. Думай. Гарантийно, обязательно считай. При соблюдении всех правил, при правильном заботливом уходе, модель сохранит свою форму и ангельский характер в течение всего срока службы лет 100. Не меньше. Да. Возможно приобретение дополнительных функций, но лишь благоприятно для этой обстановки. Ну так не написано, что муж должен отпустить жену за 3 дня. Для чего? Для чего? Пошипеть в лесу, чтобы потом весь год была милой, ласковой, нежной, заботливой. Семья, семья, с днем рождения, семья, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, семья. Мне понадобится ваша помощь. Есть здесь смелые люди, мне нужно 4 человека, чтобы подарки подарить. Вы хотите подарки получить на день рождения? Круто, да? Конечно. Тогда 4 смелых человека вот прямо сюда, выходите. Друзья жениха с невестой приготовили для них подарки, и подарки вот здесь. Да? Это веселые, интересные, кролик, и незабываемые подарки для вас. Кролик, вот типа гонорини на лимон. Кролик в другом месте. Кролик не здесь. Начнем мы, а с кого мы начнем? С Богдана? Да. Давай мы с тебя начнем. Человек газель, да. Итак, что ты вытянешь, то и даришь. Не-не-не, один только можно. Один закончим, да? Один можно. А можно не закончим? Давай, клади обратно. Один. Стоять. Ваня сказал. Стоять. Что, должен выбрать? Да. Он должен выбрать. Вот это не. Давай. Остальное. Итак, зачитывай, что там. Газель. Газель, да. Не знаю. Ты знаешь, что у тебя с математикой плохо? Я понял, и с русским тоже 2, что ли? Не понимаю. Песня написана. Итак, ребята, я попрошу вас подпевать. Погромче. Разгрубленный, извещенный золотой, разгрубленный,
Что там у нас? Стихи. Поздравления президента России, дамы и господа. Этот год был очень тяжелый для нас. Следующий будет немного легче. Мы все вместе очень сильно стараемся, будем дальше стараться. Премии будут в следующем году? Премии будут обязательно. Но не всем. Да, но не всем. Для ГИБДД будут премии? Пока нет. Не для всех. Будет новая реформа ГИБДД, потому что не готовы. Поздравляю вас. Просто читаю. Счастья, здоровья. Побольше детей. Это одна из стратегических задач нашей страны. И меньше трех. Вот если больше трех, то премии меньше. Не понял. О, Никита. Никита? Итак, что у нас? Общий тур. Внуков! Детей. Детей, внуков. Внуков после детей. Любви. Доверие. Доверие. Запомни. Короче, удачи было уже. Верно. Запомни. Взаимопонимание. Взаимопонимание. Просто за. Просто за. Ну, почему бы нет? Здоровье, счастье. Здоровье, счастье. Верности было. Верности, верности было. Одно слово. Искренность. Искренность. Как магнит работает. Качество. Качество. Благополучие. Благополучие. Ты, мат, помолчи лучше. Да, и ты тоже больше не пей, не наливайте ему. Драйва. Что? Здравствуйте, да. Слово. Драйва. Драйва. Всего. Всего. Ногу. Ногу, ты сказал? У него, у них есть уже ногу. Ладно, тоже не наливайте ему. Понимание. Понимание. Было взаимопонимание, понимание. В смысле, вообще понимание. Ты запоминаешь? Доброе утро. Здесь уже спят. Удачи. Удачи. Самого, самого под диктовку. Лучше. Самого лучше. Нежности. Нежности. Внимание. Понимание. Не хотите, да? Давайте другое было. Работы. Любви. Ты все запомнил? Итак, общий тост от друга семьи. Пьем. Прям нужно все повторить. Да. А будет то, что мне понравилось повторить. Здоровье, счастье, внуков, а потом детей. Квартира. Благополучие. Машина. Благополучие. За. Просто за. Че, отжал у него? Машина. Спасибо. Если говорить этим одним словом, все сказано вообще. И согласнее со всеми. Да? Да. Ну почти все. И просто за. Итак, что у нас? Тут выбора нет. Тут выбора нет. Танец. Танец. А уже танцуй, только голова. Теперь руки добавляем. А теперь еще и ноги. Давайте уже теперь дожди для танцующих. А теперь добавляем еще и тело к этому всему.
standing at the edge of our dream, as they tell me that this life can only sing. But I found a way, whatever happens wrong, I'm not scrolling in this world I don't belong. Walk in the rain, walk in the rain, walk in the rain. Приглашаю вас, если вы хотите майку чуть-чуть допустим, допустить. О, замечательно. Если вы хотите сегодня показать наглядный пример для Вани с Кристиной в их супружеской жизни, как нужно сражаться за свой порядок в доме, за свое хозяйство, за все, что происходит с вами в вашей именно супружеской жизни, я попрошу вас посоревноваться сегодня с Андреем и Миленой. Нужна еще одна супружеская жизнь. Но упаковать не просто, а упаковать в синергии, так сказать, со вкусом, и не просто, но быстро. И сделать это вам нужно, обняв друг друга за талию. Вы назовете свою команду? Выиграй. Выиграй? Предлагаю через выиграй. Хорошо. Ну что ж, обнимитесь, а вы как назовете свою команду? Победа. Вам нужно все, что здесь лежит, применить. Когда начнем? Начнем на счет три. Считаем все вместе. Раз, два, три. Поехали. Не обижали друг друга, уступали друг другу.
Самое главное, уступай по другому. Счастье, любимым, всего-всего, и видишь побольше. Счастье вам. Люблю вас. Ты встретила того единственного мужчину, которого очень долго искала. Я очень рада, что он появился в своей жизни, что наконец у вас сегодня тот замечательный день, рождение вашей семьи. Я желаю вам самого лучшего, доверия, любви, взаимопонимания и того. Дорогие наши Иван и Кристина, поздравляем вас с днем свадьбы. Вы мужем и женой сегодня стали, прекрасный свет ребенок вашего глаза. Пусть все, о чем вместе так мечтали, в семейной жизни изменилось. От всей души мы вам желаем, чтобы всегда с любовью полный сердца. Пусть ваше счастье будет выше Бога, Бога обручального конца. Дорогие Елена, Кристина, Ваня, поздравляю вас с таким великим днем вашей жизни. Желаю всего вам всего-всего наилучшего. Ну, чего я могу пожелать, допустим, своему ребенку, чтобы вы были счастливы. Любили друг друга, уважали. Семьи, вы же это все сказали. Счастья вам. Вот это да! Ваша новая семья всегда стремилась к каким-то общим целям, всегда друг друга поддерживали, в любую сложную минуту находились рядом, минуты радости также разделяли эту радость, и чтобы вам всегда сопутствовала удача. Вы очень красивая и опасная пара. Души вам желаю счастья. Мы вас очень любим. Желаю вам любви, взаимопонимания, уважения, побольше детей. Хочу пожелать, чтобы у них всегда была пара жизни взаимопонимания, чтобы они всегда шли вместе, рука в руку, всегда любили друг друга и побольше детей. И чтобы никогда не ссорились. Поздравляю. Пусть будет ваше счастье бесконечным, взаимопонимание безупречным. Пусть сбудутся все искренние ваши желания, тепла, уюта в доме, процветания. Мы желаем вам от души, очень рады за то, что вы встретились. От души желаем счастья, здоровья. Сверкают кольца обручальные, вокруг подарки и цветы. Вы пара просто идеальная, пусть ваши сбудутся мечты. Любви вам, нежности, внимания, побольше радостных минут. Пусть в сердце будет понимание, а в доме счастье и уют. Мы вас поздравляем, родные наши. Вас очень любим и желаем вам всего самого доброго, хорошего, счастливого. Будьте счастливы. Мы как коллеги. По работе, как родные, как близкие. Близкие, родные. Желаем вам самого всего наилучшего. Процветания в жизни. Здоровья. Детей побольше. С рождением новой жизни. Детей побольше. С рождением новой жизни. В вашей семье. Чтобы друг друга понимали всегда. Доверяли, любили. Красовались. Я думаю, у вас это все будет. Я тоже у вас есть. Мы вас любим. Желаем вам всего самого лучшего. Люблю вас. Все, спасибо. Все. И желаю вам, чтобы как нужно, вас Поздравляю вас. Вашим днём, прекрасным, здоровым, 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 зд
знаете, мы вас любим. Как говорится, чтобы быть женой генерала, надо выйти замуж за солдата. Путь долгий и тернист, и желаю терпения и крестьянского всего, внимание, ну и в общем, уважайте географическую уровень страны. Нет, да, я на самом деле желаю, чтобы Кристина не переросла в звание больше, чем ты. Потому что она тоже, насколько я знаю, уже почти. Желаю счастья, здоровья, любви, семейного благополучия, чтобы вы друг друга поддерживали, ценили, уважали, любили, ценили своих родителей, любили друзей, чаще встречались, виделись, не забывались. Но мы поддержим, чем сможем, тем поможем. Я лично, ну, наверное, проведу с ними больше времени, чем вы. Поэтому я им что-то помогу, посоветую, подскажу, наверное. Или мы. Или мне они, да. Ну, на самом деле, счастья, здоровья и любви, ребят. Спасибо. Я вас люблю. Спасибо. А себя хочу пожелать, самое главное, от нас, от нашей семьи, крепчайшего здоровья, семейного благополучия, всех благ, большой чистой любви. Цените друг друга, уважайте, и давайте. Чуть-чуть зачитаю тебе. Сегодня пара золотых колец скрепила замечательный союз. Сегодня пара любящих сердец связала судьба нитью брачный путь. Пусть будет теплым ваш уютный дом, и пусть царят любовь и счастье в нем. Поздравляю вас, Горько! Счастья вам, любви, здоровья. Не знаю, что вам нового сказать. Я просто диплом. Просто держится спорт отряд, можно. Счастья, любви, здоровья, Горько вам. Еще раз Горько-Горько и прибавление ждем. Что-то 15-16. Футбольную команду, да, и запасных еще. И хоккейную команду. Слава вам, вообще слава Украине. Ура! Я Олеся. Ребят, мы очень рады за вас, вот искренне рады. Вань, я надеюсь, у нас отлично познакомишь с Кристиной. Да. Вечером на лавочке. Нормально. Да, я думаю, что она очень часто будет к нам приезжать. Кутырский хутор. Бухать, ёрш. Я вам желаю счастья, мы вам желаем счастья. Долгих-долгих лет жизни, всего-всего самого хорошего. И пусть вот ваша семья будет самой-самой вообще крепкой, самой лучшей. Пусть она для всех вообще в мире будет просто идеалом. Счастье вам, здоровье. Это самое главное, да? Что может быть? Главное, чтобы вы жили счастливо, любили друг друга, ценили, уважали. На этом уже строится вот отношения вот, мальчика и девочки. Это самое главное в этой жизни. Счастья, здоровья. Всех вам благ. Я желаю вам счастья, любви, чтобы родили, точнее, ты, Кристина, и чтобы их было много, хотя бы. А ты же мне помог. Ага, ты сидеть будешь. Будет, будет, он обещал. Я желаю вам очень много любви за это внимание. Долгих лет совместной жизни. Чтобы, чтобы все было у вас хорошо. Спасибо. Я вам желаю, чтобы те феерические чувства, которые вы испытывали на протяжении всего сегодняшнего дня, все теплота, ласка, доброта, взаимопонимание, забота друг о друге сохранялось у вас каждый день. И чтобы вы пронесли это все через всю свою жизнь, желаю вам нескончаемой любви, счастья, удачи, здоровья, детей, благополучия, всего-всего самого наилучшего. Я вас очень люблю. Здоровья, счастья всем, мы желали много, да, от души. Я надеюсь, что это было от души. Я хочу пожелать продолжение ихнего рода, чтобы им родились сын и дочка, да, чтобы у них было продолжение, ячейка, была семья, общество. И дети росли, радовали родителей. И желали им, ну не знаю, радовали их, наверное, своим поведением, оценками, их достижениями, успехами в жизни. Счастье, друзья! Аплодисменты, прошу вас! Вы просто здесь ползунки. Я попрошу вас их взять. Оставьте себе! Спасибо! Оставлю нам с тобой.
И теперь, когда свидетельство свидетельницы будут подходить к вам, ребята, вы своими денежными знаками решаете, кто же будет первым, мальчик или девочка. Синенькие штанишки, голубенькие, это мальчик у свидетеля, и розовенькие, это девочка. Год олимпийский, 4810 рублей. Красавцы! Да ладно! Значит, будет двойня за двоих! Поздравляем! Супер! Я же буду зачитывать очень простые вопросы от лица всех наших гостей, потому что всем нам интересно, кто и чем будет заниматься в вашем доме. Кто будет гладить на рубашке? Давай! Хорошо. Кто будет ездить на рыбалку? Отлично. Да, не успел, немножко не успел. Кто будет гулять с собакой, там, кошкой, что у вас будет дома? Рыбки? Кто будет гулять? Кристина? Кто будет гулять? Отлично, да, утром, когда снег, минус 40. Гулять будет с собакой. Кто будет ходить в театры, в кино и развлекаться всячески? Не палаточка. А кто будет в это же время ходить по магазинам? Таскать сумки ваши? Отлично. Кто будет варить борщ у вас дома? Отлично. Есть кто-то борщ будет? Покажите, пожалуйста, нам. После этого всего. За всех. Ну вот так вот, да, да, Любовь Михайловна, вот так вот, такая семья. А кто будет мыть посуду дома? Машинка. Хорошо. А кто будет ухаживать за симпатичной соседкой, ну, подмигивать ей? Говорить, какая как дела? Хорошо. А кто будет воспитывать детей, когда у вас появится двойня? Дедушка и бабушка. Отлично. Да, дедушка с бабушкой, они как бы заочно там полагаются. А кто будет наказывать детей? Вот я. Кто сказал? Отлично. Да, наказывать детей. Хорошо. Кто будет делать с детьми домашнее задание? Алгоритмы там, корень из семьи. Кто и наказывать будет, да? Хорошо. Серьезно. Кто будет смотреть футбол, хоккей, Олимпиаду в Сочи 2014? Да, с друзьями! А, хорошо. А кто будет посещать салоны красоты? Очень часто у меня написано. А, отлично. А платить кто будет за салоны красоты? Хорошо. Кто будет планировать отпуск у вас в доме? Отлично. Ну это здорово. А кто будет ходить к родителям за поддержкой и советом? Жена! Отлично, аплодисменты! Хорошо, кто будет храпеть по ночам? Хорошо, а после храпения вот этого кто-нибудь будет у вас кофе по утрам в постель приносить? Там 1000 лепестков роз? Да, по очереди. Отлично. А кто будет приглашать гостей на вечеринки? Эй, как сегодня! Отлично! И последний вопрос. А кто будет убираться после этих вечеринок? Да. Нам очень интересно узнать, кто из вас будет чаще проявлять инициативу в том, чтобы подойти и просто поцеловать любимого, крепко-крепко обнять его. Кто будет это чаще делать? Да? А может быть покажете нам, как вы это будете делать? Да? Давайте поддержим наших молодых. Покажите нам, как вы это будете делать. Отпустите, картинки, ну. Горько! Кричи! Горько! 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 I'm in transit, but I'm stranded on this boat.
самом деле, большое вам всем спасибо, что вы пришли. Мы были очень рады вас видеть. А? Вадик особенно. Вот, спасибо, 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 еще раз спасибо за то, что внесли. За то, что внесли свою лепту в наш праздник, в наш общий праздник. Ну, наш чуть-чуть побольше. Вот, всем вас спасибо, друзья мои, коллеги, родственники. В общем, мы вас всех любим, обожаем. Как говорится, до новых встреч. Thank you.